Всем привет, ребята, Кент на проводе, и сегодня хочу сделать обзор уникального проекта под названием Extreme World. Давайте мы для начала на него зайдем, и я вам покажу, как же правильно тут пройти регистрацию. То есть я открываю чат и просто пишу мой пароль, то есть все изи-бризи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ребят, к сожалению, ник Кента ПК был занят, поэтому мне пришлось приставить к моему нику цифру 1. Ребят, я не понимаю, в чем прикол регаться под моим ником? Скажите, вы что, от этого мной станете или еще что-то? Зачем вы это делаете? Так, ну что же мы видим? Мы видим очень прикольный спавн. Спавн очень большой. Ребят, такое впечатление, как будто спавн, ну, на онлайн человек 200 или 300, потому что спавн очень огромезный. Но, к сожалению, на этом проекте онлайн всего лишь 5 человек. Но, ребят, я думаю, что после выхода моего видеоролика мы немножко поможем этому проекту с онлайном. Что же это за таблички? Давайте мы все внимательно осмотрим. Ага, по всей видимости, это у нас SkyWars, то есть очень прикольно, буквально, ребят, буквально один блок, вот я не вру, смотрите, вот это, вот видите, буквально один блок, мы отходим от спавна, и сразу же я встречаю SkyWars, то есть очень классно, очень прикольно, очень неординарно. Давайте мы отправимся в ад, я хочу побывать в аду. Ад, здорово, здорово, что же интересного мы тут найдем? Такс. Ой-ой-ой, как много лавы. Не-не, ребят, в лаве купаться я не хочу, потому что в лаве купаться как-то слишком горячо. Даже для меня, для такого горячего парня, как я. Ой-ой-ой, ребят, знаете, что мне не понравилось? То, что тут очень близко приват. То есть буквально 5 или 6 блоков отойти от самого портала. И мы уже можем себе строить дом. Знаете, почему это плохо? Потому что можно просто взять и залить этот портал или лавой, или водой, или еще чем-то можно залить. Поэтому я, ребят, ну, не рекомендую делать такие маленькие приваты. Давайте мы обратно отправимся на наш спаун и побегаем немножко по варпам. А, не-не-не, хотя, как же, я забыл, кит-старт. Куда же без него? Я пишу волшебную команду кит-старт. Кит-старт. И я получил начальный набор. Что же он себя включает? То есть я получил, ребят, кожаную бронь на защиту 1, то есть очень даже неплохо, так сказать. Ну, в принципе, не сильно лафово, но в то же время и такой приятный подарочек. Также я получил необходимые ресурсы для постройки себе дома. Ну, в принципе, ничего необычного, самый обычный кит-старт, то есть такой же, как и у меня. И теперь давайте в варп PvP. Я обожаю смотреть PvP-арены. И что же в себя включает эта PvP-арена? То есть мы видим мини-паркур, то есть мы видим много паутины. Ну, в принципе, ребят, очень даже неплохо. Ага, чтобы добраться до, вот, до той стороны, нам необходимо просто взять и пройти паркур. Ну, ребят, реально очень классно, очень прикольно, то есть PvP-арена тут сделана на славу, то есть о PvP-арене ничего плохого сказать я не могу, не учитывая самой надписи PvP, потому что она какая-то слишком 3D, слишком 3D PvP-надпись. И знаете, что еще хорошего в этом проекте, что тут почти нету лагов, потому что на прошлом проекте, что я делал обзор на него, на нем реально было просто туча лагов, мне прям было неловко говорить, что это крутой проект и так далее, потому что он постоянно пролагивал. А вот на этом проекте просто много-много плагин, но он все равно, ребят, не лагает. И это реально очень классно. Не, конечно, есть мелкие пролагивания, куда же без них, но мелкие пролагивания есть везде, даже на моем проекте Malibu. Я думаю, что на этом уже можно заканчивать. Ребят, мне очень приятно за просмотр этого видео. Если вам не сложно, то, пожалуйста, поставьте лайк. IP-порт этого проекта есть в описании. С вами был ваш Кент АПК. Всем удачи и всем пока!